Мы продолжаем наш выпуск. 145 правонарушений на этих выходных зарегистрировали в Петропавловске. Выявить их удалось благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Помимо этого, на страже общественного порядка дежурили около 300 полицейских. Подробности в материале, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Обеспечить безопасность горожан в общественных местах и на дорогах, держать под контролем обстановку во время массовых гуляний. В праздничные дни полицейским не до отдыха. Они работают в усиленном режиме. Координируют их маршруты в Центре оперативного управления. С 1 по 3 декабря на охрану общественного порядка поступало 278 сотрудников полиции. Выявлено административных нарушений с помощью систем видеонаблюдения 145. Из них по линии дорожного за нарушение правил дорожного движения 110 административных правонарушений. Работает центр круглосуточно. Здесь принимают звонки на канал 102. И сюда же поступает вся оперативная информация из районов области. Патрули пишем маршруты, модули. Дублирую ранее переданную ориентировку по без вести пропавшему. С начала года на канал 102 поступило порядка 130 тысяч звонков. При помощи камер видеонаблюдения по горячим следам раскрыли 157 преступлений и больше 19 тысяч административных правонарушений. Половина из них – пренебрежение правилами дорожного движения. Алина Баржанова при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.